Здравствуйте, друзья! Сегодня готовим очень вкусный десерт, который в нашей семье понравился всем, от 8 до 65. Желе готовлю согласно инструкции на упаковке. Желатин заливаю молоком и оставляю набухать. Мне потребовалось 40 грамм желатина. Заливаю желатин и забываю о нем на 30-40 минут. Чтобы желатин растворился в молоке, немножко его подогреваю. 15% сметану смешиваю с чудо-йогуртом. Можно добавить сахар по вкусу. Я добавила 2 чайные ложки. Вливаю желатин и немножко прогреваю, чтобы хорошо растворился сахар. До кипения смесь не довожу, хотя тут, как правило, мнения разделяются. Достаем желе из стакана и нарезаем кубиками. Можно подержать несколько секунд в горячей воде, но именно в этом случае мне это не требуется. Также можно использовать обычное горячее полотенце, так советуют многие кулинары. Кубики желе заливаем сметаной с йогуртом и убираем в холодильник на 4 часа. Застывшее желе на несколько секунд опускаем в горячую воду. Выкладываем на тарелку, десерт готов. И вот такое красивое битое стекло у нас получилось. Я пробовала этот десерт много раз, и именно вариант с йогуртом, на мой взгляд, самый лучший. Обязательно попробуйте, это очень вкусно, а также полезно для здоровья. Ну, конечно, если сахара много не класть. Еще раз повторюсь, что в нашей семье этот десерт понравился всем, и даже муж, который практически совсем не ест сладкое, с удовольствием съел свою порцию. Так что обязательно попробуйте. Спасибо за просмотр!